Вася. Дорогая страна. Все переломали с годами. Сейчас мы намоем эти дела. Тася, прекращай. Не надо этого делать. Не надо. А? Не надо. Не надо. Ты вам лучше дедушка как ремонтируется с ними. Он любит. Ой-ой-ой. Я испугался. Ну и все, включаем не обратно. Надо, сейчас не надо ничего включать. А. Не ходи сюда. Не хожу. Аня, ну тут не понимаете. Сказал раз, не ходите сюда. Здесь гирлянда. Рана накрасилась? Нет. И что? Не знаю. Так что не так? Не знаю, так у меня проблемы с головой. Настя. Иннокю снимает. Алло. Да, я уйду, а то плохо слышно.
Я уже забыла, что у нас суши есть. Дайте мне есть и посмотреть. Вот.
Может, я как-то на камеру смотреть? Да. Походи же. Так я вижу. Ну что, с Новым годом. Ой, ой, вы мои все красавицы. Господи. Так. А еще? А что еще где? Ой. А что-то у меня это не, да. Не поворачивается. И вообще, Макуша, с Новым годом! Ой. У вас еще не пришел Новый год? Ну, со всех сторон. А у нас уже пробка хлопнула. Раньше времени. Да. Если должен, ничего не говорить. Если. Как приятно открывать подарки, господи. А я знаю, что это. Так, это наше твое. А это что такое? Бабушка! Я в шоке! Бабушка будет одна. Будет разговаривать. Я не могу. Я вообще, конечно. Я там не уже. Да. Так что вообще все клево. Так что все нормально. Ну ладно. Он просто мне телефон настраивал, мы не звонили. Вот он мне сейчас настроил, все это сделал, вот мы типа звонили. Понятно. На Дед Мороза не похож, на гнома похож. Дима, ну с Новым годом тебя, да. И тебя с Новым годом, с новым счастьем. Да. Надеемся. Да. Дима, мы надеемся, да. Мы больше всего хотим, чтобы была счастлива Наташа. Да. А кто будет счастлив с Наташей, тот будет счастлив и для нас. Да, дочь? Снова повтори. Дим, я только, знаешь, что хочу сказать? Ну, я не знаю, что, терпения тебе какого-то, ну, не знаю как-то. Ну, я думаю, все будет хорошо. Серьезно, мы не... Да, мы не переживаем, что... Мы думаем, что все будет хорошо. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Да. И за Мартина переживаем. Да. Мой сладкий. Господи. Господи, ну как мы вас любим, ну как мы вас всех любим, ну просто с ума сойти. Господи, мы так соскучились, мы так вас любим. Ой. Ну ладно. Опа! Я уже попробовал, мне понравилось. Вам что-то мешает? Да так, поближе этот сам. Нет, Лешка. Что? Вот зря сказала Катя. А вы, между прочим? А, что разлили здесь? Воск разлили. Что разлили? Воск. Ты воздух просто... Ну что ты, аккуратнее надо было. Будем обжираться икрой. Искусственной. Катя, молчи, не выдавай секретов. Мы в вечность уходим.